Только что завершился главный турнир осеннего сезона Сочи Покер Фестивал, и Арутюн Саакян становится победителем главного события. Мы вас поздравляем. Спасибо, Мария. Кайф. Кайф. Ну, расскажите про финальный стол. Вы всех выносили. Нереально заходила карта. Да, до финального стола не очень складывалось, но на финальном столе все хорошо было. Карта заходила. Особо сложных раздач не было, все было хорошо. А расскажите, в принципе, про вас и про покер в вашей жизни. Вот покер — это основной вид деятельности? Нет, у меня есть бизнес. Покер я люблю, я в покер езжу и играю, но это не основное. Но вы в том году уже выигрывали здесь же турнир пати-покер. Выигрывал пати-покер в 2017 году, да, было такое. А с тех пор на каких сериях бывали? Здесь, в Сочи, бывал много раз, до призов докатывал, но первое место не выигрывал. Классно. Теперь вы становитесь чемпионом, вы попадаете в рейтинг, причем практически на вершину рейтинга. Вот 40 тысяч условных единиц вы получаете после того, как финалисты поделили в чаритере макс. На что вы потратите эти деньги? Я думаю, она особо мне в жизни ничего не поменяет. Не могу сказать, пока не определился. А чем вы тогда занимаетесь, помимо покера, если 40 тысяч ничего не поменяют? У меня свой бизнес, у меня магазин свой. Играете ли вы онлайн? Да, играю. Ух ты, вот давайте, рассказывайте. Вот мы, получается, я играл 2 недели назад в пати-покере. Я 3-е место взял баунти. 6 500 дали мне вот. Это вот последние вот недели две назад играл. Ну, постоянно играю в онлайн. Сателлиты отбирались на серию? Нет, на эту серию нет. Никогда. Когда у тебя продуктовый магазин, зачем отбираться? Нет, не в этом дело, мне просто некогда было. Вы знаете, что сейчас проходит Millions Online, крупнейший в истории? Ну и как? Ну, пока никак, будем действовать отсюда. Смотрите, у вас есть вот с этого выигрыша, вы даже вот вы его некуда вам потратить вроде как, да? Вы можете 8 раз забоиниться и в перспективе стать долларовым миллионером. Нет, спасибо. 1 раз забоиниться хватит нам. Ну ладно. Ну что, мы вас поздравляем еще раз. Забирайте свой потрясающий браслет. Вы становитесь последним в этом году чемпионом. Это крутое звание. И желаем вам новых побед. Спасибо, Маша.